Для всех православных наступил Великий пост. Кто хоть раз придерживался его, знает, как это нелегко. Верующие всеми силами стараются ничего не есть в первый день после Масленицы. Великий пост – самый строгий и продолжительный, время особых молитв и духовного покаяния. Он напоминает о страданиях Христа и длится 7 недель. Все это время убранство в храмах будет в темных тонах, а на священниках будет черная одежда. В этот период православные отказываются от еды животного происхождения, белого хлеба, сдобы и сладостей, не участвуют в гуляниях, не проводят свадьбы и юбилеи. Поститься или нет, каждый решает сам. Но соблюдение правил должно быть добровольным и осмысленным.